Первые предприятия Орловщины получили промышленную ипотеку. Новой льготой воспользовались 9 компаний. Программа стартовала в прошлом году. Организации, получив кредит по льготной ставке, могут направить деньги на приобретение недвижимости, строительство, модернизацию площадок. Кроме того, наши предприятия инвестировали в производство 5 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем в 2022-м. Итоги работы промышленного комплекса региона обсудили на заседании правительства. С учетом достаточно большого объема мер господдержки нам удалось сработать с плюсом. Индекс промышленного производства по данным статистики у нас превышает 100%. Предприятиями отгружена продукция на 239 миллиардов рублей. Темп роста более 109%. Обеспечен рост средней заработной платы. Фондом развития промышленности в 2023 году выдано льготных займов на сумму 77,3 миллиона рублей. Привлечено в рамках совместных займов с Российским фондом развития промышленности дополнительно федеральных средств на 59,7 миллионов рублей.